Константин Морозов, FinSystems. Кость, ну давай, у нас такое будет интервью сразу по двум матчам. Смотри, первая игра с СБГ. Очень круто начали, забили быстро гол, а потом почему-то как перестали играть, не знаю. Вот с 10-й минуты где-то до 30-й минуты игра была как минимум равная, а моментов даже у СБГ опасных было побольше. Вот с чем связан такой вот этот отрезок? Ну, первый тайм, да, мы начали хорошо, а концовка, откровенно, очень плохо провели. И с чем связано, не могу сказать. Наверное, концентрации чуть-чуть не хватило, плюс соперник навязал такой футбол. Ну, жесткий, на грани грубости, скажем так. Но мы были к этому готовы, как бы претензий нет к сопернику. Скорее, по судейству, честно говоря, в этом матче довольно слабо. Это мое личное мнение. Вот. Во втором тайме собрались, просто поговорили в перерыве. И начали играть, начали больше давить на всех участках. В принципе, задача была забить второй гол, потому что при таком стиле игры, если бы мы в один гол вели, концовка была бы очень жесткая, я считаю. Вторая встреча с форвардом легче сложилась, ну или нет? Потому что тоже достаточно длительное время был счет 1-1. Ну, в принципе, чем-то похожие сценарии были, только разница в том, что немножко разные стили. Тут ребята просто заперлись немножко и на контре нам забили, сравняли. Ну и откровенно пытались удержать. В принципе, нормально это было. Наша задача была забить один, и дальше понятно было, что парни захотят отыграться, а мы свои голы забьем. Ну, ты сегодня был заряжен, один забил, еще пару раз попал в каркас ворот. Там установка такая у тебя, чтобы ты вот активно участвовал в атаке? Ну, я бы не сказал, что именно в атаке я участвую. Да, стандарты, на стандарты подключаюсь, там рост позволяет, плюс ребята отличные передачи раздают, там у нас кого ни назови, Витя Однодворцев, Копишников, Гасанов, все шикарные передачи отдают, только открывайся, голову подставляй. Ну смотри, в итоге, какие краткий итог этих двух встреч, все ли получилось, хватило ли обоймы сил? Обоймы, я бы даже сказал, чрезмерно, потому что не устали парни, откровенно. Потому могли что... бы и третий сыграть. Ну, в принципе, да. Ну, потому что игра получилась, обе игры получились такие, что, в принципе, не очень много движения, больше борьбы, больше каких-то позиционных атак. А так, да, побольше концентрации в ключевых моментах, выход из обороны понадежнее. И, в принципе, все, мы с результатом довольны. Спасибо.